Жители деревни Зайцево Серпуховского района четвертый год ведут борьбу с чиновниками. Добраться в населенный пункт не могут даже машины экстренных служб, а люди ходят пешком, потому что дорога разбита. Жители 20 домов требуют от властей отремонтировать проезд, но до проблем людей администрация Серпуховского района, видимо, нет дела. Развитие темы в материале Лены Киселевой. Ни скорая не подойдет, дом горел, сгорел этот самый, пожарная. Две смерти уже схоронили, возили на саночках на себе людей. Вот в такой ситуации находимся. Это не сюжет из жизни блокадного Ленинграда. В экстремальной ситуации оказались жители одной из частей деревни Зайцево Серпуховского района, разделенной глубоким оврагом с прудом надвое. Маленькую переправу на плотине жители правобережья берегут как зеницу ока. Для сооружения дамбы в течение 20 лет люди собирают деньги, нанимают технику, копают землю с левобережного обрыва для насыпи. Однако каждый год паводок смывает все усилия. 4 года назад жители деревни Зайцево обратились в администрацию района. От Шестуна приезжал там представитель весной, сфотографировал эту яму, здесь была, и сказал: ждите ответ. Ответ был прост. Ваш пруд не стоит на балансе. Когда поставим, тогда и сделаем дорогу. Прошло 4 года, ВОЗ и ныне там. Дорога через плотину зайцевским жителям жизненно необходима еще и потому, что путь, проложенный до деревни от федеральной трассы через поле, теперь им заказан. Царьград, новый владелец поля бывшего совхоза Заокский, грозится со дня на день вместо дорожного знака поставить ограждение. Вы ездить здесь не будете. Мы перероем, там забор поставим. Пока летом люди пользуются старой дорогой, но осенью по перепаханной земле, под посев травы для скота, ездить людям невозможно. Приходится на своем горбу с горки на горку через ветхий мост на плотине таскать мешки с картошкой почти что в другую деревню. Бывало, падали под откос, но самое страшное здесь – это заболеть. Дорога для людей из деревни Зайцево в буквальном смысле – вопрос жизни и смерти. Дорога, дорога, дорога. Мы все здесь пожилые уже люди. Вот, сердечники. И действительно, у нас 2 случая было смертных. Вот, не приехала скорая, потому что, говорят, мы к вам не можем подъехать. Извините. Люди умерли от сердечных приступов 2 раза. Если плотина – головная боль жителей левосторонней части деревни, то дорога на правой стороне Зайцево – это общая проблема. Сборы на щебень дошли до 7 тысяч с дома. Однако попытки самостоятельно привести эти американские горки в проезжую часть неизменно терпят фиаско. Безобразная будет весной, ее разобьют, начнем снова подсыпать. Своими силами. Хотя это дорога муниципальная, или как она там называется. Районная. Должны они все делать. Деревня Зайцево входит в Липецкое сельское поселение. Проблема людей хорошо известна администрации. Однако вопрос о подъездных путях к населенному пункту не входит в их полномочия. Это полномочия муниципального района, и мы никаким образом не можем повлиять на данную ситуацию. В конце года мы составляли список всех проблемных мест, именно подъездных путей к населенному пункту, для того, чтобы администрация района обратила на это внимание. Мы не знаем планов в этом направлении. То есть ответа пока никакого нет. Кто может повлиять на ситуацию, сложившуюся в деревне Зайцево, пока вопрос остается открытым. Вероятно, жители обратятся с просьбой о помощи в вышестоящие инстанции.